опять забыла. Ну давайте, а то ведь у меня вылетает сразу же. Да все. Привет, я Анна Дес, я художник, основатель и арт-директор коммуникационного агентства AB Design. Мой приход в творческую сферу был неизбежен, потому что я все вижу в образах и картинках. Совокупность знаний и врожденных качеств помогает мне быть востребованной на рынке. В 2018 году я открыла агентство, а в 2020 году у нас уже не было ни одного дня без проекта. За это время я выполнила более 1000 проектов для крупных международных компаний, таких как P&G, Casidonia, Beluga Group, Роскачество, Luxury World и Mail.ru. Горжусь тем, что я могу видеть свои проекты повсеместно, повсюду. Также я являюсь участником World Art Dubai, Russian Art Week, двукратным победителем Art Cosmogonia, международный конкурс, и провела несколько персональных выставок. Теперь расскажу вам о своей картине. Ну, это вот очень по-молодежному, это очень по-современному. Тут и ироничность, и, так сказать, вот такое многообразие. Хочется, знаете, задуматься что-то такое. Брависсимо. Эта серия из двух работ, она довольно личная, так как является олицетворением моей работы. Здесь мы, видимо, явно такую европейскую, западноевропейскую культуру. Очень грамотно, очень верное решение, когда обилие цветных пятен, которые могут привлекать зрителя, выливается в некий вопрос. И очень грамотно, очень, я бы так сказал, вкусно сделано само произведение, которое имеет притягательность для того, чтобы немножко вникнуть, надо хотя бы чуть-чуть найти желание рассмотреть, убедиться, что это совпадает или не совпадает с мнением того, что хотел сказать автор. Но в любом случае это и есть акт современного искусства. Да. До того, как я стала сотрудничать с крупными корпорациями, я не думала, что все так сильно завязано на деньгах. По собственному опыту знаю, как сложно молодому таланту без громкого имени компании за спиной и крупного капитала начать работать над тем, чтобы сделать этот жесткий коммерческий мир мягче. Люди диктуют условия ультимативно, работают не из любви, а из значимости и престижа. Поэтому этими работами я хотела показать пеструю шелуху коммерческого мира, глубина которого строится только вокруг денег.